Американский доллар – это грандиозная мировая финансовая пирамида. Об этом знают абсолютно все. Высокий уровень жизни США поддерживается за счет выкидывания этого доллара вне своих границ. Но рано или поздно мир этим долларом наполнится настолько, что принимать его уже не сможет. Сколько бы США ни искало, новые рынки заканчиваются. И вне сомнения, в скором времени будет кризис, и США откажется от своей валюты. Введение новой альтернативной валюты рассматривалось очень давно. Было предложение в свое время и Китая, и Японии ввести совместную валюту Монада. Были предложения, которые были воплощены в Евросоюзе, Единой Европы, вышло евро. Вне сомнения, это такой способ поддерживания высокого образа жизни за счет всего остального мира. Когда первоначально создавался доллар и имел понятную цель взаиморасчета государств между собой, это была единая резервная валюта, когда в Бреттон-Вудсе они сложили золото и напечатали определенное количество долларов, чтобы не возить золото туда-сюда, это было понятно. Но как только частные американские банки начали печатать доллары сами, а это печатает 11, по-моему, на сегодняшний день частных банков этот доллар, и Федеральная резервная система США берет у них эти доллары в долг. Само по себе этот механизм абсурден, потому что как можно взять $100 в долг, которое напечатал частный банк, и вернуть, условно говоря, 101, откуда возьмется еще один доллар. То есть они опять же должны его напечатать. То есть это пирамида, которая закончится. США не сможет выкидывать массу долларов вне своих границ постоянно. Когда-то наступит момент, когда эти доллары начнут идти назад. А купить у американцев, когда эти доллары пойдут назад, будет нечего. Это уже там все мыслимые рамки превысило. Каждый житель США должен астрономическую сумму остальному миру. И США за счет своего 6-го флота и за счет всей своей мощи, вне сомнения, откажется от доллара, скажет, что, извините, дефолт, а кредиторам, опять же, пошлет их к опыту Ирака, Ливии и так далее. Скажет, вот не поднимайте эту тему больше. Поэтому весь мир это понимает Китай, главный заемщик США. И несмотря на это, он на это идет, потому что весь его ВВП и так называемый экономический рост жиждется на этом же на американской валюте. В случае ее крушения рухнет вся мировая экономика. Но это такой вот способ, такого МММ в мировом масштабе просто.